Добрый день! Компания Stargrill приветствует вас! Сегодня на обзоре портативный угольный гриль Voyager. Данная модель будет незаменима в путешествиях на рыбалке либо на охоте. Давайте рассмотрим все технические характеристики и особенности данной модели. Немаловажной особенностью для портативного угольного гриля является то, что его вес составляет чуть более 4 кг. И компактные размеры позволят путешествовать вам без труда. Сейчас гриль находится в транспортировочном положении. Для того, чтобы приступить к готовке, нам необходимо отбросить вот эти фиксаторы, которые в то же время являются ножками. Когда фиксаторы закрыты, мы можем за ручку гриля переносить его. Давайте его раскроем. Берем за боковые ручки, чуть-чуть приподнимаем, и данные фиксаторы превращаются в ножки подставки. Посмотрим, что внутри. Внутри нас ожидает хромированная решетка для брикодавления, лоток для углей, ну и, собственно, сама жаровня. Здесь мы можем видеть вентиляционные отверстия, точно такие же с тыльной стороны. Для регулировки простым нажатием мы опускаем заслонку, тем самым отверстия перекрываются, аналогично с задней стороны. Можно нажать на один край заслонки, чтобы частично перекрыть поток воздуха, либо полностью на оба края мы перекрываем весь поток. На крышке гриля установлен высокоточный термометр, с помощью которого вы можете легко контролировать температуру внутри гриля. Также на крышке есть два вентиляционных клапана, которые также позволяют контролировать температуру внутри жаровни. Удобные ручки для перемещения, а также удобная ручка на крышке гриля позволяют без труда и забот использовать ваш гриль. Сегодня мы рассмотрели портативный угольный гриль Voyager. Теперь вы знаете все его характеристики и особенности. Вы без труда сможете путешествовать и готовить вместе со Stargrill.